Сегодня мы будем смотреть очень интересный матч. До стартового свистка осталось совсем недолго, скоро все начнется. Дамы и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть футбол, который обещает быть на редкость захватывающим. А компанию вам сегодня составят мой коллега Георгий Черданцев и я, Константин Генич. Сегодня Райо Вальекано встречается с мадридским Реалом. Команда, которая хуже всех действует в защите, играет против клуба с самым лучшим показателем по забитым мячам. Я надеюсь, что играть они сегодня будут веселее, чем вся эта сухая статистика звучит. Посмотрим на состав хозяев. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. И смотрим на состав мадридского Реала. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Игра началась, смотрим. Мяч ушел в аут. Снова придется вводить мяч из-за боковой. Неймар. Маскеран. Маруан Феллини. Мбаппе. Реалу дают пространство на фланге. Это чревато. Неймар ждет на дальней. Навес на деревню дедушки. Феллини! Хорош вратарь! Как классно он с этим ударом справился! Очень-очень здорово сейчас проявил себя вратарь. Мяч летит в центр штрафной. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Мбаппе! И счет в матче открыт. Отлично, они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворота. Откровенно издевательский гол, конечно. И сразу видна разница в классе конкретных футболистов. Мадридский Реал играет лучше и заслуженно ведет в этом матче. Жорди Амат. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Вот как должна работать защита. Из боковой линии мяч ведут футболисты мадридского Реала. Маруан Феллини. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Неймар. Владеет мячом команда. Неймар, опасно! И это гол! Это гол мадридского Реала!
И повтор голевого момента у нас. Обидный момент для вратаря. Мяча-то он коснулся, но все равно тот влетел в сетку ворот. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Мбаппе. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Хорошо мяч перехватили в атаке. Моран Филлини. Мбаппе. Реал на половине соперника. Месси. Мбаппе. Великолепный гол! Мяч вонзается в ворота и никаких шансов у голкипера. Первый гол придал ему сил, и он забил второй. Так держать, станем ли мы свидетелями хет-трика? Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Жорди Амат. Ого, даже такая деревянная обработка не привела к потере. Хавьер Маскеран. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И подает штрафную. Выше ворот пробил. Да, здесь надо было в определенной верхней точке мяч на голову поймать, но на этот раз не получилось. Серхио Рамос. Маскерано. Александр Зинченко. Иско. Неймар. Маскеран. Альваро Одриасола. Маруан Филлини. Реал начинает опасную атаку. Выбивает мяч игрок. Неймар. Месси. Снова Неймар. Удар! Блокирует защиту удар. Собственно, выполняет свою основную функцию. Защитник выносит мяч. Аут. Мбаппе. Можно подать. Без грубой вратарской ошибки мяч такой... И пробил. Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, чем-то неожиданным не стало для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. Хороший вынос мяча из штрафной. Маруан Филлини. Удар нужен. Готовы они разыграть угловой. Мяч летит в центр штрафной. Все просто. Вынос. Удар. Это было просто для голкипера. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Жорди Амат. Момент! Забивай! Тито. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Хорошо мяч перехватили в атаке. Неймар. Александр Зинченко. Неймар. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Неймар. Лионель Месси. Мбаппе. Неймар. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче?
Рамос. Александр Зинченко. Неймар. Лионель Месси. Мбаппе. Лионель Месси. Жорди Амат. Три минуты будет добавлено. Оскар Трехо. Как защитник сыграл. Браво! Удар по воротам. Отличный сейв вратаря. Завершился первый тайм, но счет-то на табло, смотрите какой, 3-0. Подозреваю, что во втором тайме футбол может напоминать показательное выступление. Как детектив, он интереса уже не представляет. Месси. Иско. Месси. Мбаппе. Месси бьет. И есть гол! Очередной гол Реала. В этом матче все понятно. И вряд ли Мадрид уже упустит победу. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Оскар Трехо. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Альваро Одриасола. Маскеран. Мбаппе. Хавьер Маскеран. Маруан Филлейни. Все верно, края надо чаще задействовать. Мбаппе. Передача на Месси. Иско. Иско. Лионель Месси. Мбаппе. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Будет замена в домашней команде. Готов игрок к выходу на поле. И это, возможно, как-то взбодрит игру. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Очень много разговоров было по поводу приобретения Реала в блогах и на спортивных сайтах. И вот, наконец, насколько я знаю, Мадрид подписал сделку. И пробил! Готовы они разыграть угловой. Мяч летит в центр штрафной. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Штрафной удар. Он сегодня на поле выложился по полной, очень хорошо играл и теперь отправляется на замену.
Удар? Точно. Отличная передача в штрафную, но вот игрок на острие атаки был к ней, кажется, не готов. Этому удару немного не хватило точности. Мяч буквально в сантиметрах пролетел мимо ворот. Хесус Вальехо. А на трибунах-то полнейшая тишина. Да, приуныли болельщики, праздновать-то особо нечего. Рахим Стерлинг. Навес тут должен последовать. Иску Аларко. Какой момент! Нужно бить! А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1-1. И как же хорошо он приложился к мячу. Реал забивает еще один гол и окончательно снимает вопросы о победителе этой игры. Да, в этом матче уже все ясно. И продолжают забивать и забивать. Дается игра. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Оскар Трехо. Подача! Чей мяч будет? Хороший шанс. Удар головой. Мяч проходит выше перекладины. Альваро Одриасола. Основное время истекает через 20 минут. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра игрок, стоит на кромке поля. Продолжает владеть мяч. Стерлинг! Такой удар для вратаря не опасен. Не может такая слабая игра остаться без реакции на трибунах. Недовольные такой провальной игрой болельщики, их команда должна что-то предпринять. Нельзя так своих фанатов подводить. И пробил он по воротам. А вы представляете себе, если бы счет был равным или команда проигрывала? Хорошо, успешно, полезно действовал в этом матче он, но тренер его меняет. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Снова точный пас в его исполнении. Неймар. Было нарушение, но мяч у Реала, и арбитр даст отложенный штраф. Харри Кейн. И пробил! Отважился на удар издали и почти попал. Да, удар получился плотным, но вот точности ему не хватило. А вот и отложенный штраф. Не очень частое явление в футболе, но бывает и такое. Да, и очень здорово разобрался арбитр. Не стал останавливать игру, дал доиграть эпизод. И после только остановки на матче выписал желтую карточку этому игроку. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Пока неплохо. Уверенно они идут вперед с мячом. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Рахим Стерлинг. Харри Кейн. Вот это поворот. Фантастика просто. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Игорь Акинфей. Рахим Стерлинг. Тони Кросс. Иско. Тони Кросс. Здорово перемещаются игроки, чувствуют друг друга, сыгранность отличная. Да, разыгрывают мяч просто шикарно. Видна работа в тренировочном процессе.
Реал начинает опасную атаку. Оскар Трехо. Наносит удар игрок. А вратарь сегодня так мяча и не потрогал. Вот и думай, то ли оборона такая надежная и прекрасная, то ли атака у соперника никакая. Судья решил добавить 3 минуты. Кросс. Рахим Стерлинг. Альваро Одриосола. Рахим Стерлинг. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Арбитр назначает штрафной. Хорошо мяч перехватили в атаке. Последний свисток в этой встрече дает судья. Завершает он этот матч, и мы поздравляем с победой мадридский Реал. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Но, правда, такое ощущение, что поле пока. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и покатились.